В 11 серии 4 сезона сериала «Балабол», узнав о Саниных проблемах, Лена возвращается домой. Саня идет работать к Дынину в частное детективное агентство и получает первое задание. Кто-то похищает породистых собак с целью последующей продажи. Саня по своим каналам устанавливает вора в следующем расследовании. Разоблачение лжи, экстрасенства, грабящего богатых дамочек. Ему помогает Лена. Параллельно Постышева, Кузнечики и Зоя, а также примкнувшие к ним Михей и Губа создают оперативную группу, которая должна заняться расследованием убийства Трубникова и реабилитацией Сани. Им удается установить, что пуля была заменена. Посмотреть очередную серию вы сможете 28 сентября.